Значит, поднимите руки, кто уже был на территории. Вот. Ну, вы ничего нового не услышите, можете идти. Что ты хочешь по-настоящему? Зрители сразу. Держи. Что ты любишь? Свой нерчик. Защита это инопланетян. Че? Мы раздаем всем шапочки с фольги. Нарисовать оленя, например. Как, в смысле, именно Магадан вот этого кота. Ну, с герба, который олень. Не надпись писать, да, а оленя нарисовать. Ну да, герб прям, можно герб Магадана прям загуглить. Это что, первый звонок? Да. Блядь, все, пока. Блин, а где Маша? Фестиваль школы «Территория Магадан» представляет «Роботы тоже плачут». Режиссер Мария Булатова, театр современной драмы «Вспышка», Красноярск. Спектакль «Победитель 4-го регионального конкурса театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон». Спасибо большое! Хочу сказать, я просто из Магадана, и мне очень-очень-очень-очень приятно.